воду. Вот этот вот загиб, он шлифуется по каталогу, если посмотреть, с точностью до сотых долей миллиметра. Вот, видите, загнуто так слегка. Вот. Естественно, что сделать такое на коленке нельзя. Вот те мастера, которые делают инструменты, подобные кларнету, а это шельмо, прежде всего. Шельмо – это предок кларнета. Как я говорил, это вот блокфлейту взять, к ней кларнетную штуку приставить, получится шельмо. И вот в честь этого инструмента нижние регистры кларнета называются шельмо. Так вот эти шельмо, кто из современных мастеров делает, то же самое Алексей Поварин, они используют стандартные фабричные кларнетные мундштуки. Потому что никакой человек в здравом уме и твердой памяти на коленке не будет кларнетный мундштук делать. Вот. А те, кто даже и делают, если есть мастера, которые индивидуально делают кларнетные мундштуки, у них станки. Все-таки они просто покупают оборудование. Вот послушайте, как звучит регистр шельмо, нижний регистр кларнета. Вот.